Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со всем мы будем снимать для вас видео. Сегодня у меня, как всегда, авторский мой талисман арабский, как говорится, избавиться от вредных привычек, курения или, как говорится, алкоголя. Или какие-то еще, может, у кого-то отклонения, да? Вот. Что нам понадобится? Обычный листок, естественно, стакан воды, допустим, свеча, да? Стакан чистой обычной воды, вот, и жертва, естественно, которая у нас пострадала, можно фото этого человека. Выбираем день, суббота тоже или воскресенье, да, то есть суббота или воскресенье, какие-то такие дни. Марс у нас вторник не подходит для этого дня. Мы чертим, естественно, красным и черным цветом. Можно, кстати, красным и синим, допустим, цветом, вот, или голубым цветом чертить. Мы чертим данную сначала графическую структуру, закольцовываем ее. Вот, всю графическую структуру можно против часовой стрелки, но эта глифировка не относится к алфавиту, поэтому можно в любой последовательности это все наносить. Вы нанесли это все, глифировку вот эту, можно, в принципе, против часовой стрелки нанести, да? Вот, вы это нанесли, переворачиваем талисман, сзади пишем точности данные человека, которого мы хотим избавить от алкоголя, от курения и так далее, да? Мы это описываем, говорим, что такой-то такой человек, все его данные, чем больше данных, тем проще. Можно на фото большое нанести, в принципе, вот сзади. Потом, естественно, делаете следующее. А вы берете, складываете талисман, тоже просите духов, там заклинаю подчинение духов этого талисмана, прошу, пускай такой человек потеряет интерес к алкоголю или сигаретам, допустим, или каким-то вредным наркоте и так далее, да, привычкам каким-то там. Может, человек в носу ковыряется, вот, у кого что, кто-то задницу чешет, еще что-то, да, вот. Вы это складываете талисман, ложите в воду, как говорится. Если это фото, то, естественно, на фото можно нанести, а положите под бокал с водой, допустим, да, это отстоится, талисман растворится. Только он растворится, как говорится, нужно или человека опоить, можно побрызгать его, можно подливать в воду его, или что-то мыть, допустим, в его посуду, где-то в еду подливать и так далее, где-то в течение где-то недели обычно у меня у одного знакомого просто перестал пить и курить, так сказать. Ну, это все на время, естественно, но действие дает. Ну что ж, ничего сложного нету. Лучше, конечно же, в убывающую луну это делать. Вот, ничего тут сложного нет. Потом, конечно, остатки талисмана, который уже в воде отмочился, его можно в землю закопать. Ну что ж, всем удачи, успех. С вами был Александр Чуев. Ставьте лайк, комментируйте, постите. Удачи. Массаляма.